Более 50 обращений жителей округа. В микрорайоне Левобережный провели прием жителей в рамках выездной администрации. Большая часть заявок касалась жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, уборки снега и теплоснабжения. Такой формат общения с жителями давно себя зарекомендовал. Он позволяет оперативно решать все возникающие вопросы. Когда жители могут обратиться напрямую к заместителю главы, к каким-либо управляющим компаниям, формат очень удобный, тем более у нас микрорайон находится удаленный. Кирилл Смирнов обратился с просьбой проконтролировать уборку и вывоз снега на Библиотечной улице, а выездной администрации узнал впервые и с удовольствием воспользовался такой возможностью. Очень удобный вариант подачи заявлений. Вот. Практически, можно даже сказать, никуда ходить не надо. Вот. Так что, надеюсь, в будущем они у нас еще будут проводиться. Это очень здорово. Личный прием граждан провел глава округа Дмитрий Волошин. С просьбой сделать ямочный ремонт на улице Совхозной обратился химчанин Иван Долгов. Он озвучил пожелание восстановить искусственную дорожную неровность. Дмитрий Волошин дал поручение управлению по благоустройству провести работы в ближайшее время. Лежачих полицейских нет. Обещали в кратчайшие сроки все устранить. Будем следить, наблюдать. Председатель дома номер 16 на улице Зеленой попросила информировать жителей многоэтажки о показаниях общедомового прибора учета тепла. Теперь сотрудники управляющей компании регулярно будут направлять информацию в общедомовой чат. Тогда даю следующее поручение Малкину, директору жилищнику, организовать на ежемесячной основе встречу. Либо он, либо его заместитель, что встречались с Екатериной Васильевной, с председателем, и у нее было полное понимание до наступления начисления. В этом году подобные выездные встречи провели в Сходне, Ферсановке, Старых, Новых Химках и Левобережном. В общей сложности собрали почти 200 обращений. Все заявки на контроле у профильных ведомств. Выездные администрации – это очень удобно для жителей, потому что в обычный режим работы, в рабочие, в будние дни люди находятся на работе и не всегда имеют возможность прийти к представителям администрации города, различных профильных служб в свое же тоже рабочее время. Поэтому, когда в субботний день организована вся администрация, это, конечно, очень удобно. Следующая выездная администрация пройдет 9 февраля в Новых Химках по адресу проспект Мельникова, дом 29, строение 1. Время приема с 16 до 20:00. Андрей Липан, Филен Тараненко, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.